Командный Рашищенко, Борис Андрианов, Артем Маркин и Владимирский губернаторский симфонический оркестр. Еще одна история, которая связывает соло-гитару с оркестром, это совместная работа Романа Мирошниченко со знаменитым гитаристом Стивом Ваем. Собственно, ими вместе в партнерстве была создана та аранжировка, которая сейчас прозвучит. Аранжировка одной из знаменитейших гитарных пьес, известной слушателям во всем мире под названием «Crying Machine». Роман Мирошниченко, его трио, Владимирский губернаторский симфонический оркестр и маэстро Артем Маркин.
Роман Мирошниченко и его трио. И в завершение нашего сегодняшнего торжественного праздничного концерта еще одна жемчужина современной гитарной классики. Гэри Мур и его прогулки по Парижу. Роман Мирошниченко, его трио, Владимирский губернаторский симфонический оркестр и маэстро Артем Маркин.
Thank you.